Накануне в Москве состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году присутствовало рекордное количество журналистов, как российских, так и зарубежных. За неполных 4 часа успели задать 60 вопросов. Традиционно говорили об экономике, международных отношениях, затронули вопросы социальной сферы и экологии. А многие из них касались и Приморского края. Наиболее интересные заявления в репортаже Виктории Лобецкой. Ответить. Ежегодная пресс-конференция президента России стала рекордной по числу аккредитованных журналистов. Заявки подали почти 2000 отечественных и зарубежных СМИ. Журналист из Хакасии спросил главу государства о том, почему он до сих пор лично не встретился с победителями губернаторских выборов, которые с сентября по декабрь проходили в разных российских регионах. Только что завершились в прошедшее воскресенье выборы во Владивостоке. Поэтому и встреч не было. Они будут. Причем они вот намечены, по-моему, на следующий недели. У нас госсовет будет, и я уже дал поручение администрации, будет проведена отдельная встреча с вновь избранными главами регионов в этих территориях, о которых вы сейчас сказали. Просто нужно было подождать результатов выборов во Владивостоке. Вообще, упоминание президента Владивостока и Приморья на пресс-конференции звучало на порядок чаще, чем других территорий России. Владимир Путин дал оценку переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Отметил, что этот вопрос обсуждался на протяжении последних нескольких лет. Владивосток де-факто уже давно является столицей Дальнего Востока, лидируя по численности населения, вкладу в региональный продукт, привлеченным инвестициям. Теперь в этом вопросе поставлена окончательная точка. Указ президента подписан. На реализацию проектов, которые позволят создать максимально комфортные условия для жизни и работы на дальневосточных территориях, из федерального бюджета поступит дополнительное финансирование. Представитель Приморского края Сергей Милют обратился к главе государства с вопросами о достройке спорткомплекса в Снеговой Паде, закрытии школы на улице Карьерной, использовании лесного фонда и решении проблем долевого строительства. По поводу конкретных вопросов, которые вы поставили, это лесной фонд, школа, спортивный комплекс, это, как вы понимаете, требует отдельного изучения, это частные вопросы, я вам обещаю, что я обязательно на это посмотрю, но я надеюсь, что Олег Жемяк, который посмотрит, он наверняка слышит меня, я прошу его мне соответствующую информацию представить и доложить. Еще будучи в Рио губернатора Приморья, Олег Кожемяков взялся за проблемные стройки Владивостока. Регулярные встречи с дольщиками и застройщиками, а также принятые законодательные инициативы принесли первые плоды. Возобновились работы на ЖК «Одиссей». А в долгострое на Пихтовой 35 установили новую бойлерную. Впервые за 20 лет у жителей появилось полноценное отопление. Ну как вообще, горячий был? Горячий. Притронуться невозможно к ним. Следующий этап – принятие краевого закона для защиты прав обманутых дольщиков по инициативе Олега Кожемяка. Со следующего года те, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, могут рассчитывать на денежную компенсацию. В краевом бюджете на эти цели заложили почти 600 миллионов рублей. По новому краевому закону выплаты будут направлены дольщикам жилого комплекса «Солнечная долина» в поселке Трудовое и дома на Кипарисовой, 26, в Владивостоке. Почти такая же сумма поступит на счет краевой структуры – корпорации развития жилищного строительства. Организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке. Средства поступят уже до конца года. Затронули журналисты и вопрос развития экономики Дальнего Востока. Так, представитель уссурийского телеканала «Телемикс» спросила президента о планах по укреплению этой сферы в отношении Приморья. По поводу развития. Ну, у нас целый комплекс, целый набор развития Дальнего Востока и Приморского края. Целый набор. Он связан и с созданием благоприятных условий развития на Дальнем Востоке. Это известные торы, это дальневосточный гектар, это развитие инфраструктуры, портов, аэропортов, это поддержка экспорта, в том числе и прежде всего не энергетического экспорта. Все это будем делать, это никуда не денется, наоборот, будет активно развиваться. Здесь не может быть вообще никаких сомнений. Прокомментировал Владимир Путин и недавно появившуюся идею об объединении Сахалина и Приморья. Президент отметил, это внутреннее дело двух регионов, тем более, что оба субъекта самодостаточны. Но если сами жители Сахалина и Приморья захотят объединиться, то все в их руках. Граждане в любой момент могут провести свои региональные референдумы и реализовать решения через местные законодательные собрания. Виктория Лобецкая, Илья Мороз, «Панорама».